Мы спустились на лифте и прибыли к этому камню. Ух ты, да, он довольно большой. Хорошо, наверное, его можно как-то активировать. Его нужно открыть. Доступ ограничен. Требуется авторизация. Давай-ка еще разок. Мы довольно настырны. Нет, не получается. Хорошо, нам нужно по радару именно в эту сторону идти. Так, у нас эта броня есть. Сейчас пополним брони и разберемся. Тебе не следовало допускать, чтобы его нашли. Ты подвела нас. Подвела это нас? Это была не я. Это Сэмюэл. Он привел их к его гробнице. Прошу. Мы можем исправить это. Я обещаю. Сейчас ее казнят. Хорошо, давай-ка. Так, открыл дверь, и он уже в какой-то комнате. Обалдеть. Так, берем, наверное, бронь. Нам нужна будет бронь. Походу, мутантов будет довольно много. Автоматический режим охраны включен. Все терминалы теперь доступны. Можно теперь и вернуться. Так, хорошо, возвращаемся. Возвращаемся к камню, где он уже открылся, я вижу. Да нет, еще поход закрытый. Сейчас активирую. Интересно, что с ним нужно будет сделать? Наверное, просто его нужно уничтожить. Так, отходим подальше. Ух, сколько зла в этом камне. Вот что она искала. Вега, ты получил координаты? Да. Оно расположено в неразведанном регионе Царства Титана. Но чтобы создать портал, придется вскрыть еще один аргент-аккумулятор. Единственный аккумулятор в этом секторе в образце CD-587. Вам придется вытащить его. Когда вы извлечете аккумулятор, он станет нестабилен. Вскрыв его, можно вызвать разрыв, способный вернуть вас в мир демонов. Мы определим вашу точку входа с помощью страховочной системы, которую я загрузил в ваш бронекостюм. Нужно забрать горнило. Без него мы не сможем перекрыть колодец и закрыть порталы в ад здесь, на Марсе. Сколько заданий, обалдеть. А вот и друзья пришли. Ну что, разберемся с вами. Давай-ка возьмем ракетницу. Сейчас наводка кого-нибудь наведемся. Ребята, держи, начинается потеха. Они просто в нашу сторону идут. Так, в рукопашку. Паша, рукопашка уже. И просто уже ближний бой пошел какой-то. Ребята просто меня закидали. Пока обычно ребятам довольно весело будет, а потом уже довольно посерьезнее будет. Сколько рожки-доножки остались, обалдеть. Так, где же с другой стороны появились? Бегут в нашу сторону. О, привет. Сейчас разберемся. Давай-ка иди в ту сторону, откуда пришел. Как же вы прыгаете далеко-то? Так, он же мертвый. Так, вижу, есть парочка. Кидаем гренку, сейчас с вами сразу троих. В принципе, кажется, никого зацепили. Он готов. Идем в атаку. Набирает энергию. Мы тоже энергию набираем. Как хорошо пульнули-то. Прям добьем со спины. Обалдеть. Сколько вас здесь? Так, секундочку, у нас, в принципе, есть. А нет, у меня припасиков нет, возьмем, наверное, другую пушку. Ну что, спускаемся прям к нетам уже. И, сейчас, погоди, секундочку. Энергия, готова. Сразу двоих. Извини, друг, пришлось тебе сразу же так. О, ребята пришли посерьезнее. Готово. Эта пушка довольно крутая, но слишком много энергии тратится. Хорошо, возьмем, наверное, другую. Наверняка мне стирать, наверное, автоматика. Так, ну кто еще остался? Так, вижу одного. Вижу всего лишь одного, подбегает в нашу сторону. И он готов. Блокировка снята. Блокировка снята, у нас 100 метров именно в эту сторону. Ох, вон куда нужно идти. Хорошо, спускаемся уже по круговой лестнице. Обожаю такие лестницы. Ух ты, майга. Ну держи, ребята. Паша Гренко, сейчас с вами разберемся. Он же куда... Кто-то уже, походу, мертвый у нас. Так, давай еще разок. Повторим этот макар. Готов. Прям со спины. Это, походу, у нас какая-то церковь. Ну, не человеческая явно.
Так, он готов, забрали жизнь. О, сколько у нас мало жизни-то. Он пытается, походу, воскресить. Или передать какую-то... А черт его знает. Хорошо, что у нас тут есть. Помолимся. О, черепок какой-то есть. Так, мне кажется, мы уже 40 метров. Нам нужно именно вот сюда. Так, ребята, видимо, так и будут делать. Хорошо. А вот бить проходик. Тут у нас ничего нет хорошего. Так, есть с другой стороны проход. О, как раз вам сюда и нужно. А тут довольно жутковато. Напоминает фильм «Хищник». Реально таки труп подвешенный. Так, мне кажется, мы прибыли уже. В пульт управления. Так, заберемся поверх уже. Я как понимаю, это у нас портал. Да, это у нас портал, и будем перемещаться снова в ад. Ну, давай-ка прям встанем в центр. Так, я кажется, успел. Да, успели, мы поднимаемся наверх куда-то. Это просто лифт. Так, давай к нам. Да, он снова спускается у нас. Контрольная точка, значит, куда-то мы прибыли. Так, все, ниже, ниже. Единственная дверь у нас. Мне нужно набрать брони. Так, готов. Ох, сколько вас тут. Фу, вас слишком много. Я думал, как-то всего лишь будет парочка. Как тут слишком темно. Но это ведь Doom. Реально, Doom у нас в темной коридоре и много монстров. Маленько открылся и сразу схлопотал. Так, держи гренком. Он готов. Так, что у нас здесь тупик? Так, держись, бронь. Мне нужно как раз бронь туда. Мне как раз туда и нужно. О-о-о, спокойно. Так, давай-ка еще раз. Еще раз, бог. Какой живучий-то. Так, жизни, жизни. Жизни то, что нужно. Так, кто еще остался? Сейчас вручную добьем. Разомнем наши ручки до ножки. Готово. О, сколько тут кайфа-то. Так, с 30 уже. О, привет. И сразу же разрубили его. Так, встал у нас. Сразу же отдыхай. Так, нам, походу, спускаться нужно будет вниз. Что там интересно у нас есть? Дверь у нас закрыта, пойдем сюда. Так, мы, мне кажется, уже прибыли куда-то. Адская волна направит человечество по другому пути. В этот день мы сделаем свой вклад в их дело. От них зависит наше спасение. Поэтому я вытащил вас из гробницы в святилище Кадингер. Я знал, что она слаба. Наша работа всегда сопряжена с риском. Я освободил вас из вашей тюрьмы, чтобы вы помогли уменьшить этот риск. Я знал, что в случае катастрофы справиться с ним сможете только вы. Идем дальше. Так, ребят, сколько вот сразу найдет нападение. Так, ну что, ребят, разберемся с вами. Так, ну, коридор нужно именно в эту сторону. Хорошо, сперва разберемся, потом уже посмотрим, куда идти нужно. Ну, так просто. Оп, стеночку. И готово. Так, сразу тебя в мясо. Бежимся быстренько и всех уничтожим. Так, у нас есть тупик, у нас ничего нету. Так, спокойно отдыхай. Можно спуститься вниз уже. Вот так, ему как красиво получилось, просто в прыжке. Так, слишком много перезаряжалось. Так, он готов, у нас тут закрыто. Видимо, нужно уничтожить всех монстров. Ну хорошо, сейчас уничтожим. Так, возьмем припасик, меня когда прессует. Меня реально прессует, кто у нас стоит-то? Так, он походу готов уже. Так, пошла гренка, и слишком много, и слишком мелко. Появился, порычал и сразу же умер. Так, у нас есть проход какой-то. Интересный проход. И... О, спокойно. Нужно вернуться обратно. Мы еще не разобрались с мутацией. Так, он готов. И походу все. Тут у нас ничего нету интересного. Да, походу и все. У нас двери закрыты. По идее, должен быть открытым. Требуется активация поста. Сейчас мы найдем. Хорошо, нужно по радару нам именно вот сюда и нужно, 70 метров. Какое-то есть рычание, кто-то все-таки у нас еще остался. Наверное, еще остался наверху. Сейчас вернемся наверх, наверное. Интересно, можно пройти? Он туда.
Так, мы не сможем забраться. Ага, нет, сможем. Катя, мне кажется, не сможем забраться. Так, мы забрались наверх. Нет, никого. А нет, есть у нас. Вот так, об мордашку готово. Так, у нас ничего нету. Ничего нет, все отключено. И нам нужно все-таки... Так, парадор у нас именно вот эту сторону. Так, 70 метров, все-таки не выйдет сюда. Тут мы были, тут у нас ничего нету. Хорошо, спускаемся уже, наверное, по единственному пути. И именно вот сюда. Мы спустились вниз, и что происходит-то? Ну-ка, уходим отсюда. Быстренько уходим отсюда. Обалдеть. Так, хорошо, у нас есть какое-то речение. Так, вижу, есть сверху бонус, четырёхкратный урончик. И давай-ка появляемся прямо сверху. Ребята, всем здорово. Как провалились-то? Так, вижу, у нас... Это было круто просто в полете. Хорошо, берем четырёхкратный урон и просто уничтожаем всех подряд. Ох, у нас есть трамплишка, здорово. И сразу уничтожили его. Это мясо его. Это просто его мясо осталось. Экранный волос хорошо работает, и сейчас разберемся. Так, там щит. Прям щит просто реально пробивает его. Вот сюда. Щит даже пробивает. Он еще остался живой. Еще разок. Нам не жалко патрончиков, у нас есть ускорение. Вот то, что нужно. Ребята, держи греночки, вас слишком много здесь. Я знаю, родная, что демонической угрозы очень много. Сейчас разберемся. Четырехкратный урон прошел, но, в принципе, дробовик очень хорошо справляется. Ну-ка, полетаем. Просто в полете замедляем время и кого-нибудь уничтожим. Я никого не вижу там. А не следи... Одного я вижу. Так, только еще раз. И еще раз наверх. О, было круто. Так, раз там есть парочку, у нас есть что-то интересное. Так, есть жизни. Есть жизни, есть бронь. Пролетали и прям к нему. Он готов. Ты, мне кажется, завис прям сверху. Так, только наверх. Прям к нему уже. Готов. Сколько их здесь? Обалдеть, и просто реально кишит здесь. Здесь слишком мало места для всех. Ребята, пролетаем. Прям в спину. Прям реально ноги разрубили. Уходим ниже. Реально чертовски много. Хорошо, Владимир, бензин пиво. Ребята, сейчас вас разрубим. Спускайся. Мы, мне кажется, пролетел куда наверх. Ох ты да. Просто пополам. Так, он готов? Кажется, уже кончилось у меня припасное бензин пиво. Так, давай-ка пролетим, пролетим просто и... Вот и да, он, кажется, готов уже. Возьму на другой дробовичок, он мне гораздо больше нравится. Ох, тут, походу, здорово появился. Хорошо, у нас, в принципе, есть... У нас нет пушки, у нас нет этой пушки, у нас есть другая пушка. Тоже хорошая пушка. И, ребята, всех сразу же разом. Только еще разок. Еще разок его. Он же учится. Уходим отсюда. У нас реально 8% осталось. У нас осталось больше 8%, и нужно найти где-то у нас жизни. Здорово. Вот и жизни появились. То, что нужно. То, что доктор уже прописал. Так, давай-ка выше. Где он? Где у нас здоровый где-то бегает фоница? Сколько тут мелочи-то? Так, ребят, спускаемся, сразу двоих вынесли. Это круто. Вот наш носорог. Ох, можно уничтожить. Сейчас его уничтожим. Ребята, в сторону. Прям в глаз. Ах ты да. Сколько вот здесь? Ох, еще появился здоровый. Как же нужно... Еще один здоровый. Сколько их тут? Тут реально чертовски мало места. Как же всех уничтожить? Обалдеть. Так, нужно реально какую-то крутую пушку. Так, спокойно отдыхай. Ребята, отдыхаем всем сразу же. Так, целимся. Ох, можем его добить. Сейчас добьем, прям прыжки. Фу, реально получилось прыжки. В глазку, и он готов. Где-то еще остался. Берем броню. Тебя уже нету. Это был последний. Так, ну что у нас, по радару нужно именно в эту сторону идти. А, походу, дверь у нас открылась. И продолжаем наш путь, друзья. Вам потребуется вырвать аргент-аккумулятор, питающий кибердемона. Дестабилизировав ядро, вы создадите разрыв, который отправит вас обратно в ад. Когда вы заберете горнило, мы вытащим вас. Мне нужно обратно в ад. Очень интересное задание. Так, пополню. Там, походу, будет здоровый демон. Так, ну что, открывайся уже. Мы открываем ворота большому демону. Нужно наоборот... Ох ты да! А тут реально здоровый демон! Хо-хо-хо. Как интересно его убивать, друзья! Я не представляю! Конечно же, пушка наперевес!
Сейчас разберемся. Так, у него есть жизни. О, какая у тебя пушка? У меня реально крутая пушка. А где тут много жизни? Где тут много жизни, много патронов? Я не вижу. Так, хорошо, у нас, в принципе, есть два снаряда. Хорошие пушки. И сейчас прицелимся. Эх, пошел снаряд. Ох ты да, это что такое? Нужно держаться подальше. Да, такие у нас... Давай-ка еще разок этой пушки. Ох, какие-то волны. Мне кажется, я промахнулся. А это, кажется, у нас снаряды. Снаряд для этой пушки. Да, попал. Так, нужно подальше. Подальше. Какие-то еще волны. Так, есть один снаряд. И можно использовать. Пошел снаряд. О-хо-хо. Это было круто. Хорошо, у нас, в принципе, есть ракета. Можно ракетами использовать. Пошли ракеты в него уже. Какие-то волны пускают. Так, у него что-то выпало. Можно подобрать. Какие-то перемещения. Давай-ка наводка. Ох, у него тоже есть наводка. Довольно хорошая. Так, у него практически 50% осталось. Набирает энергию и пуляет. Мимо. Это какой-то просто спайдермен летающий. Так, мне нужно побольше жизни. Побольше жизни. Где у нас припасы? Не, реально нет никаких припасов. А у нас как сильно у нас выстрелил. Так, пошла наводка. Мы хорошо попали. Очень хорошо, можно, в принципе, без наводки уже. Как трясется там. Маленько в сторону уходим. Так, давай-ка наводочка. Наводочка довольно эффективно. Сразу летит 3 снаряда. Ах ты жесть. А что у нас из другие пушки? У нас, в принципе, есть другие пушки. Ох ты да, родной, сейчас с тобой разберемся. Не, погоди, мне нужна именно вот такая пушка. Как же мочит ее? Обалдеть, вот это супер. Так, нужно подальше, подальше тут находиться. Сейчас разберемся с тобой все-таки. Пошли снаряды и просто мега крутая пушка. Хо-хо-хо. Подальше, подальше, ну-ка. Прыжок. Мне кажется, у нас слишком мало жизни. Мало жизни, у него тоже мало жизни. И нужно как-то его уже уничтожать. Друзья, кто кого интересно. Мы зажали в угол. Зажали в угол, в принципе, хорошо его. Так, подальше находимся. Он готов. Он реально готов, можно просто уничтожить его. Давай-ка уничтожим. 1% жизни. Он воскрес, и мы находимся походу в аду. Ну что, разберемся, это что за стены? Прыжок прыгнуться, прыжок снова прыгнуться. У нас очень мало припасов. О, есть припасики. Прямо по ту сторону есть припасы. Сейчас пробежимся и заберем. Ну что, разберемся с тобой, у нас нужно взять припасы, и мы готовы. Ну что, уже прицелиться. Сейчас рванет об стенку, и огонь. Ух ты да, круто получилось. Давай-ка прям сразу ракетами. Добавим ракетами. Сразу, может, двойные ракеты? Нет, тройные, наводочкой. И опять стенка. Да что ж такое-то? Эти стенки. Влево-вправо, влево-вправо уходим. Так, пошла наводка. Сейчас 3 ракеты прям в него. И мимо, что ли? Неплохо. У меня осталось где-то 70%. У нас 100. Значит, мы пока что еще впереди. Значит, мы реально побеждаем. А ракеты довольно неплохо уничтожаются. Можно же попробовать тройные. Так, идет наводка. В сторону уходим. Это было больно. Но, кажется, не полностью не попал. Так, ушел в другую сторону. Сейчас ракетами тебя добьем. Опять будет стенка. Да, опять стеночка. И что будет сейчас делать? Ракета опять. Влево-вправо уходим, уходим. Мы тоже умеем ракетам пускать. Сколько еще? 35 ракет у нас. У нас, в принципе, есть еще ракета. Целится. Мимо. Это круто. Целимся, пошла ракетка. Ух, да, это гораздо будет круче. Давай-ка еще раз. А можно взять и другую пушку. Ух ты, сейчас. Сейчас будет потеха. Ну что, да, в принципе, эта пушка тоже хорошая. Влево-вправо уходим. Обалдеть, мы реально уже в аду. И против монстра уже второй раз. Ну-ка, пойму, так можно покруче будет. А вот так будет гораздо круче. Опять стенка. Он реально уже зажимается в угол. Так, прыжок 17% осталось. Реально осталось 17%, и у нас... И у нас дождик будет. Так, куда нужно уйти? Осталось буквально чуток, добить его осталось. 5%. Осталось реально у нас 5%. Что же делать? Два ракетами. Попробуем добить его ракетами. Давай с наводкой. С наводочкой. Так, ушел хорошо. И буквально осталось чуток. 5%. 5%. И что, последний остался? Прыжок вниз. Еще раз прыжок. О, походу готов, друзья. Сейчас мы просто глотку вырвем. Сколько жизни? Собираем все. Мы, походу, снова в аду. А черт его знает. Сейчас проверим.